Актриса Екатерина Климова четырежды мама и очень гордится своими детьми. У нее две дочки и два сына. Она воспитывает их будущее, разведена и часто показывает, какими наследники растут, чем занимаются и как меняются. На этот раз в объектив камер оказался старший из сыновей от Игоря Петренко, 16-летний Матвей. Юноша возмужал и похорошел еще сильнее. При виде возмужавшего парня с сильными руками и уверенным взглядом наверняка у поклонников Климовой возник вопрос, когда успел вырасти этот мальчишка? Тем временем Матвей Петренко уже довольно видный жених. От невест явно отбоя не будет. Он носит длинные локоны и освоил игривый прищур и любит при этом домашних животных. При этом во внешности парня угадывают и мамины, и папины черты. Словом, сразу видно, чей это сын. А вы что считаете по этому поводу? Пишите, как всегда, свои мысли в комментариях. Спасибо за просмотр.